Всем привет! С вами Мистер Про, и сегодня я покажу вам мод на мебель для Майнкрафта по Extrusion. После установки этого большого мода в вашем Майнкрафте появляется очень много разной мебели, которую вы можете использовать в части декора. Ну что ж, во-первых, у нас появляется вот такой звоночек, при нажатии на который активируется очень классный звук, который вы сейчас слышите на своих экранах. Что ж, дальше у нас всё-таки тумбочки, да, их очень много разных видов, и сделаны из разных деревьев, а также есть и мусорка, но, к сожалению, открыть тумбочки вы не сможете, но мусоркой вы сможете пользоваться. Есть такая же шторка, которую вы сможете открывать и закрывать, да, вот такая очень классная шторочка. Есть доска, на которой, как бы, вы должны разделывать мясо. Есть также столик, на котором стоит вот эта доска, и самое главное здесь это микроволновка, но не самое главное, но это очень классная часть. Это тоже вот такой, можно сказать, офисный шкафчик, но что? Это за штука, я вообще не знаю, я даже не представляю, что это за штука, но это очень классная штука, наверное. Это у нас тоже кухонный шкафчик, но что на нем лежит, вы не поймете. Но это у нас лежит модем, у тех, у кого есть модем, поймут, о чем я говорю. Это у нас холодильник, вот такой двойной холодильник, который стоит из двух шкафчиков, но это холодильник. Это у нас ноутбук, но он у меня почему-то шевелится, и стоит он опять же на кухонном столике. Да, на таком кухонном столике. Это у нас плита, на которой мы все готовим, а наверху у нас настоящая вытяжка, которая убирает весь неприятный запах в нашем Майнкрафте по Extrusion. Это телевизор, чтобы активировать, вам придется поставить вот такой рычаг, после чего вы сможете включить ваш телевизор. Есть также радио, но, к сожалению, музыки в нем нет. В нем есть только вот такие звуки, которые вы сейчас слышите на своих экранах. И опять же, все это стоит вот на таких столиках. Есть также цветное стекло, но почему-то в этих шейдерах оно у меня не отображается. Да, к сожалению, вот такой баг в этих шейдерах, но мод очень классный. И багов в нем пока что я не заметил. Да, я повторяю, что это баг в моих шейдерах. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.